Всем привет! Пол 11 утра, я нахожусь возле гостиницы Redison, в которой пройдет конференция, посвященная системе безопасности от компании Starline. Она продлится у нас целый день. Надеюсь, будет очень познавательно и полезно. Ну, я направляюсь к залу. Сейчас мне нужно пройти стойку регистрации, где меня зарегистрируют, и я приму участие в этой конференции. Повстречал своих знакомых, с кем работал в Астере. Сейчас у нас подготовка к самой конференции. Там есть и новые варианты, и старые карты монтажа от старых систем, которые уже давно сидят в производстве, но иногда у нас так бывает, что приехал какой-то автомобиль 20-летней давности, и мы вынуждены по новой, как 20 лет назад, искать себе точку подключения аналоговые. Поэтому мы взяли все карты, залили вот на этот информационный ресурс. Вот и все, закончилась наша конференция. Сейчас нас ждет неформальная встреча в боулинге, на которую мы отправляемся. После розыгрыша призов, значит, после проведения викторины был небольшой розыгрыш призов. 10 лучших получили сигнализации и разные другие подарки. Ну а у меня праздничный старлайновский пакет. Записная книжка и ручка. Отличные подарки. А здесь нас сегодня встречает боулинг. Я поддержу.